Добрый день, друзья! С вами канал «Дали от города» и я, Нина Коновалова. Буквально в 4 километрах от того места, где я живу, у нас есть заповедная зона, где растут лотосы. Еще буквально в том году здесь очень мало было людей, наблюдающих за этой природной красотой, а сегодня вот такой вот ажиотаж. Я хочу вам показать то место, которым одарила нас природа. Thank you.